Закрома малой родины пополняются. В настоящее время к уборочным работам приступили все муниципальные образования, сообщили в Министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. Но, несомненно, общий успех складывается из усилий каждого хозяйства. Этот сезон аграрии Индзинского района встречали с опаской. Однако результаты радуют. Уборочная площадь муниципального образования составляет порядка 7500 гектаров. На данный момент, согласно контрольному на молоту, который позволяет оценить будущий урожай, средняя урожайность в районе составляет примерно 22 центнера с гектара. Как считают местные сельхозпроизводители, для их земель это хороший результат. Ну, традиционно, в отличие от других районов, конечно же, уборочная кампания на территории Индзинского района начинается чуть-чуть попозже. Ну, понятно, климатические условия, там лесной у нас район, там рельефность, там и структура почвы, я думаю, это понятно. Но сегодня я считаю, что более организованно начинается уборочная кампания 2024 года. Как отметил глава администрации Индзинского района, хозяйство муниципалитета проводит большую работу с учеными научно-образовательного агропромышленного кластера по повышению урожайности. Активно обновляет машино-тракторный парк. Так, КФХ Татьяны Парамоновой буквально на дне поля 2024 приобрело новый комбайн, который вовсю задействован в уборочных работах. Уборка сразу началась неплохо от того, что мы приобрели новый комбайн, потому что у нас два, их один уже вот как бы пока в ремонте. А этот вот добирает поле 74 гектара. Пшеничка 4 класс по протеину, по клейковине. На сегодняшний день в регионе намолочено порядка 300 тысяч тонн зерна. Параллельно с уборкой в хозяйствах ведутся кормозаготовительные работы. Ирина Антонова, Улправда ТВ.